хозяин, посмотри, что там? Что такое Симба-младший? Что там такое висит? А, это Симба-младший, же сосулька. Козюлька? Сосулька. Какашулька? Сосулька. Да я уже понял, достань-ка мне эту висюльку. Ну ладно, сейчас достану. Хозяин, я жду. Хозяин, почему она такая большая? Хозяин, положи ее на место. Хозяин. А, помогите, нападаю! В этот раз тебе меня не спугнуть. А! Это же просто застывшая вода. Давай ее уберем отсюда, а то она сейчас растает. А, сосульки снова нападают! Симба-младший, посмотри, она же растаяла. Она уже не страшная. И правда, почему вдруг сосулька стала такой вкусненькой? Айчик, это моя сосулька, не трогай ее. Так, Симба-младший, теперь нам нужно убрать эту лужицу от сосульки. Хозяин, я это все не выпью. Ну ладно, я тебе помогу немножко. Симба, ты где? Блин, где вообще все котики? А? Крип? А, Симба! Хозяин, как ты меня нашел? А, Булли! Какашка! И в кустах тут какашка. А, Мурздей! Ну и что дальше? Я всех нашел, кто теперь будет искать? Не всех. Где Бенчик? Ой, правда, где Бенчик? Бенчик! 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 Бенчик, ты выиграл, раунд закончен. Бенчик! Бенчик, ты где? Походу, Бенчика утащили в лес волки. Что? Нет, как так? Хап, не умеете вы в прятки играть. Скачай новое обновление в нашей игре «Прятки Симбы». Ой, что это такое? Расчесочка? Так, а как она работает? Ой, приятненько. Это же моя шерсть. Я же кое-чему научился на уроке труда. Получилось. Ну-ка, примерим. Эй, Симбочка, дай-ка мне эту шляпу, я тебе взамен симбаксы. Симбаксы? Взамен на шляпу? Дай-ка подумать. Ну ладно, не откажись от парочки симбаксов. А, идея! У меня же еще много шерсти. Так, что мне такое сделать? Тапочки превращаются в денежки. Больше симбаксов, больше симбаксов. А, вот это богатый. Ну что ж, продолжим работу. А, что? Как так? Где вся моя шерсть? Ну, зато у меня есть денежки. И самая богатая симпочка, я самая богатая симпочка. Подпишись. Если ты слышишь этот звук, нажми два раза на экран. Поставь сердечко мне под этим роликом. Все, пчелки, вы мне надоели, я от вас ухожу. Я просто хотел поспать на травке, а вы все будете и кусаете. Как не стыдно. Прощайте. А, прохладно, хорошо. Идеальное место, чтобы выспаться. Да где же я высплюсь? Скачай новое обновление «Спаси Симбочку» подводные уровни. Ой, что это такое? Расчесочка? Так, а как она работает? Ой, приятненько. А, это же моя шерсть! Я же кое-чему научился на уроке труда. А, получилось! Ну-ка, примерим. Эй, Симбочка, дай-ка мне эту шляпу, я тебе взамен симбаксы. Симбаксы? Взамен на шляпу? Дай-ка подумать. Ну ладно, не откажись от парочки симбаксов. А, идея! У меня же еще много шерсти. Так, что мне такое сделать? Тапочки превращаются в денежки. Больше симбаксов, больше симбаксов. А, вот это богатый. Ну что ж, продолжим работу. А? Что? Как так? Где вся моя шерсть? Ну, зато у меня есть денежки. Я самая богатая симбочка, я самая богатая симбочка. Подпишись. Симба, ты где? Блин, где вообще все котики? А? Крип? Симба! Хозяин, как ты меня нашел? Булли! Какашка! И в кустах тут какашка. А, Мурздей! Ну и что дальше? Я всех нашел, кто теперь будет искать? Не всех. Где Бенчик? Ой, правда, где Бенчик? Бенчик! 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 Бенчик, ты выиграл, раунд закончен. Бенчик! Бенчик, ты где? Походу, Бенчика утащили в лес волки.